Продолжается прием документов на предоставление путевок по программе «Мать и дитя» детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении санаторно-курортной организации, расположенной в Самаре. Путевки будут распределяться в соответствии с датой подачи документов заявителям, говорится в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Подробную консультацию можно получить по телефону 332-07-64. Как часто нужно менять счетчики воды и электроэнергии, разъясняют в телеграм-канале Советского района. Заменить прибор следует в нескольких случаях. Если он не соответствует требованиям к средствам измерения, установленным законодательством, имеет механические повреждения, которые снижают точность показаний, истек срок его эксплуатации. Поменять прибор нужно в течение 30 дней с момента обнаружения неисправностей. Провести замену могут управляющая компания, ТСЖ, подрядчики, мастера из аккредитованных компаний и граждане, проживающие в квартире. Большая часть работ по строительству Волжского моста уже выполнена, сообщает в телеграм-канале Железнодорожного района. Мост не только соединит два берега реки, но и станет частью большого торгового пути, пролегающего через Самарскую область в Китай. Окончание работ ждет бизнес-сообщество. Мнение предпринимателей можно посмотреть на страницах телеграм-канала в видеообзоре. В телеграм-канале Октябрьского района приглашают жителей пройти диспансеризацию. Основная ее цель – раннее своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуги.